Добрый день! Приветствую всех на канале «Строю сам». И сегодня я попробую рассказать вам и провести опыт пожароопасности деревянных домов. На самом деле это бич среди заказчиков. Почти все считают, что деревянные дома пожароопасны. Сейчас посмотрите немножко роликов. Вот маленькая такая нарезка. И мы продолжим это видео дальше. Ну, как вы увидели, на самом деле горят дома любые, совершенно любые, и каменные, и квартиры. Причем квартиры могут выгорать просто подъездами. Вот. Что там горит? Вроде бы один бетон, камень, да? На самом деле это горит отделка, мебель. В общем, больше там гореть нечего. Ну и на самом деле деревянный дом отличается чем от этого? Да, загореться он может точно так же. И гореть будет не хуже, но и не лучше, чем вот эти квартиры. Да, рано или поздно тут займутся стены. Да, но стены займутся в последнюю очередь. Потому что на самом деле поджечь стены деревянного дома очень-очень трудно. Если это, конечно, какой-нибудь не каркасный дом, собранный там из таких тоненьких досочек, а с нормального бревна или с бруса, то как бы такую толстую стенку, чтобы она разгорелась, нужна довольно высокая температура и довольно долгое воздействие огня вот на эту стену. Вот. А так, говорю, горят они почти одинаково. Единственный даже плюс, скорее всего, чем минус, если загорелся деревянный дом, то если пожарники приехали поздно, он может просто догореть. А у нас даже на самом деле, я когда-то уже не помню в связи с чем, но рассказывал, что был дом старый-старый деревянный, стоял он в поле, и его собирались демонтировать. Вот, демонтаж посчитали, там выходил еще по старым ценам за 100 тысяч рублей, очень-очень дорого. Вот, и решили его сжечь. Приехали пожарники, сами его подожгли, стояли, как говорится, на стреме с машинами, то есть обеспечили безопасность, и этот дом там сгорел полностью, просто подождали, мусор возить не надо, ничего не надо, и на фундаменте можно как бы строить новый дом. К сожалению, видео я тогда не снимал, канала еще этого не было, а так бы я показал, что даже такой дом было поджечь очень-очень тяжело. Дом был хоть старый, но деревянный, мебели, то есть там не было, отделки там практически не было, то есть поджечь его уже было тоже большой-большой проблемой. В принципе, сейчас вы увидите это на опыте. У меня с собой взят брус 150 на 200. Вот там вроде 4 кусочка. Брус уже сухой. По нему даже видно, что он такой обвяленный. Он даже темненький местами. То есть он уже полежал, совершенно сухой. Вот, и мы сейчас попробуем его поджечь. Взял я с собой 5 литров бензина. Я щедро все это спрыскаю. Вот, потрачу целых 5 литров. И мы посмотрим, сумеем ли мы разжечь все-таки костер. Сумеет ли эта стена обуглиться, загореться. И вот тогда уже, в принципе, посмотрев это видео, любой заказчик может ответить кому-то, либо которые говорят, что вот эти дома очень сильно пожароопасны и могут, как бы говоря, очень быстро загореться, на самом деле окажется мифом. Потому что, повторю, горит отделка, горит мебель, больше ничего. Вот это возгорается моментом. Да, занавесочка на гардину, с гардины на обои, на потолок. И пошло-пошло-пошло-поехало. Да, если отделка деревянная, она может быть в любом доме совершенно. Там вагоночка, еще что-то. Естественно, она сухая, очень тонкая, вспыхнет, мама не горюй, да? Вот, а сами стены, именно каркас дома, очень-очень тяжело его
разжечь. Ну, вот, в принципе, сейчас мы и посмотрим. Сейчас я переключу видео. Достанем мы с вами брус. Вот такой брус. Видите, даже еще куски шелтера. Вот наш бензинчик. Почти целая канистра. Ну и вот здесь мы будем его разжигать. Сейчас я все подготовлю и продолжу дальше. Ну вот, собрал такую стену. В принципе, имитирующую стену из бруса. Вот он, 150 на 200. Вот бензинчик. Сейчас все-все болью, очень хорошо болью. Для чистоты эксперимента видео будет непрерывное. То есть сниматься одним кадром. Конечно, как горит, я поставлю на перемотку. Ну, посмотрю. Если сгорит довольно быстро бензин, то ставить не буду. Если будет долго гореть, то, естественно, поставлю на перемотку. Сейчас еще достаточно большой ветер, что должно как бы способствовать горению. Сейчас мы поставим это на машину. Ну, вот вот так. В принципе, очень-очень хорошо видно. Ну и как бы начинаем наш эксперимент. Ну вот, вылил я весь бензин, спрыскал очень хорошо, который даже пролился мимо, он все равно будет на земле. Канистрочку, что выкинул, я потом уберу, просто она вся в бензине, как раз подсохнет. Вот, и сейчас найду спички и будем поджигать. Так, повторю, очень-очень сильный ветер. Ветер дует не в спину, поэтому пламя будет вот туда. Даже не загорелось. Как видите, такой довольно сильный получился костер. Даже уже все стало обугливаться, по крайней мере сверху. Ну вот сейчас и посмотрим, как все это происходит. Пока, естественно, горит сам бензин. Бензина мы вылили на такой промежуток бруса довольно много. Видите, какой сильный ветер. Ну и на самом деле уже стал ослабевать. То есть вот эти мифы, да, как кино, кинули там копье, лук, факел. Ну вот он упал, все загорелось. Ну, знаете, тут, наверное, даже без перемотки обойдется. Как вы видели, загорелось вначале просто моментом. Просто. А сейчас практически уже ничего не осталось. То есть кое-где еще горит, но горит бензин. Сейчас все это потухнет.
Повторю, видео не прерывается, я его не тушу, ничем не поливаю. Как вспыхнуло, все прекрасно видели. Ну, в принципе, уже должно быть понятно, что загореться ему очень-очень-очень тяжело. Горит сейчас, в принципе, только-только вот здесь, с торца. А, вот тут вот смола пошла гореть. Ну вот, для чистоты эксперимента я все-таки дождался, пока он потухнет полностью. Видите, один очаг вот тут оставался. Ну, чтобы кто не говорил, что вот там чуть-чуть горит, горит, горит. И все-таки он потом разгорится, разгорится. Видите, он даже не обуглился, даже нету красных. Вот тут горела чисто-чисто смола. Видите, ничего не стало. Ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Просто вот выгорел бензин, вот и все. То есть ничего совершенно с брусом не случилось. Как вы видите. Полыхнуло очень хорошо. То есть все вот это, что там как бы можно очень быстро поджечь стену. Стену — это почти нереально. Пока, повторю, не будет долгое воздействие большой температуры, вот ничего с вашим домом не произойдет. Повторю, горит в основном мебель и отделка. Ну, в принципе, все, что я хотел себе доказать, я доказал. Надеюсь, доказал и вам. Кто хочет, может провести данный опыт самостоятельно. Вот, а на этом я считаю данное видео закончено. Данный эксперимент. Ну, в принципе, вот и все. Если остались какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии. Там указан мой телефон, моя почта. Можете звонить, писать туда. Если у кого есть вопросы по будущему строительству, звоните, не стесняйтесь. Консультации, как минимум, я даю бесплатные. И всегда, 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 всегда пытаюсь доказать, почему так лучше, так хуже. Именно не просто вот. Смотрите так, а вот пока вы сами не поймете, что это действительно так. Я пытаюсь всегда говорить и делать правду. Все, спасибо за внимание, до новых встреч, до новых видео. С вами был Игорь, канал «Строю сам». Всем пока-пока.